1-1. Вообще забивал, но помним, что и в матче с американцами товариществом отличился. Хотелось бы отметить всю комбинацию. Я бы сказал, даже несколько пижонскую, поскольку разыгрывали стеночки в чужой штрафной. И все, завершил Федор Смолов. Да, там были пустые ворота и минимальное расстояние. Ну какая, по сути, разница? Федора поздравляем. Можно еще пару забитых мячей в его исполнении увидеть. Даже хотелось бы.